А это... Спасибо. А это я тоже, это действительно так. Может, я слышал, тоже нет, это тоже такой а-ля такой предновогодний был праздник. Я тоже еще был студентом и в свое время организовал свой ансамбль, который назывался «Труверы». У меня очень хорошие там пели люди. И вот это вот, знаете, как халтура, называли тогда слово, это халтура. На халтуру, как на праздник, мы тогда говорили, но это была первая и последняя халтура, потому что нас пригласил очень известный такой человек тогда в городе. Мы его называли кардиолог. Я не знаю, где он и как работал, но мы назвали почему кардиолог, потому что при виде этих людей, вы знаете, сжималось сердце, мы забывали свои имена и фамилии. Это были ребята под 150 килограмм, лысые такие. Это сейчас лысые, знаете, очень модно. Тогда лысые, это что-то связано с криминалом, не меньше. И вот тогда такой ко мне подходит кардиолог, вот, под Новый год. Крутит так цепочкой. И снизу вверх говорит: кто ты? Я говорю: а? Кто ты? Кто ты? Сейчас посмотрю. Руководитель. Как зовут? Юра. Молодец, Юра. У нас завтра съезд кардиологов. Приезжают ребята с Тамбова, с Курска, с Нарьян-Мара, с Подмосковья. Надо будет немножечко выступить. Сделай. Я говорю: конечно, приду. Кардиолог, я люблю. В общем, приходим на следующий день. Уже разложили аппаратуру, играем первый, сейчас второй, третий. Начали уже собирать, потому что дело под Новый год. Я уже тороплюсь, до Нового года полтора часа. Он ко мне подходит, наверное, бутылочки две. В каждом вот. Ну, парень на своих ногах, крепкий. И поэтому подходит и говорит: кто ты? Я говорю: руководитель. Как зовут? Я говорю: Юра. Молодец, Юра. Слушай, сделай для моих пацанов, кардиологов, песню про Чипа и пойдешь домой. Я говорю: Христа ради, отпустите бедных актеров. Я не знаю про Чипа, мать звонила. Темно на улице, Новый год на носу. Я про Чипа не знаю. Отпустите, Христа ради, правда? Ой, сделай про Чипа и поедешь домой. Я говорю: ну, мать звонила, отпусти, ей-богу, я не знаю. Сделал, он так из пиджака кошелек открывает, и валюта так. Сделай. Я говорю: может, про Щорса сойдет? Голова обвязана. Кровь на руках. Он говорит: не надо про кровь. Про Чипа. Я говорю: ну, мать звонила, отпустите, Христа. Мы же отыграли. Про Чипа. Я говорю: ну, мать. И он достает такую штуку, передернул. Я говорю: ну что вы, кардиологи какие-то больные, сразу фейерверк. Я говорю: знаю про Чипа, я забыл, а сейчас вспомнил. Поняли? Ну, мы тогда играли, как говорится, ну, не играли, а пародировали. Битлз снимали, Queen, Yes, Slade. Вы знаете, от полного зажима тогда Чапаев был примерно таким. Let's go! Чапаев плывет через речку Урал с простреленной рукой. Чапаев, он парень клевый. Он, как мы с тобой, Чапаев любит песню и любит рок-н-ролл. Чапаев ставит на картошку и играет в футбол. Молодец, Юра. А про Петьку? Я говорю: я не понял. Про Петю, про другана Чапаевского. Отдельно. Ты знаешь, Юрок, моя девчонка Люся, она хочет, чтобы Петя был, знаешь, такой сексуальный, такой мажорный, такой мюзикольный. Ты меня понимаешь, ты немножечко пыл-то убавь. Сделай Петю. Ну, Петя был такой. Петя, Петя, петушок, золотой гребешок.
Чего проверим? Раз, два, три, четыре, пять. Либо-либо, летали. Прокоп. Ого, я умею, да. Йо-кто, я-йо-йо. Мисоли, мисо. ГИБДД. ГИБДД. ГИБДД, 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 ГИБДД. ОБХСС. 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 21. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Театр у микрофона, в прямом эфире. Из сокровищниц мировой драматургии. Прослушайте продолжение бессмертной трагедии Вильяма Ивановича Шекспира. Телла. Пятый акт. Сцена вторая. Спальня в замке. Дездемона в постели. Входит Отелло. Это ты, Отелло? Да, Дездемона. Ты не ляжешь спать? Ты перед сном молилась, Дездемона? Да, дорогой мой. Если у тебя есть неотмоленное преступление, молись скорей. Я не помешаю. Я рядом подожду. Что хочешь ты сказать? Я не помешаю, я рядом подожду. Избави Бог убить тебя, души не подготовив. Ты о моем убийстве говоришь? Да, об убийстве. Господи! Помилуй! Аминь, скажу всем сердцем! Но ты меня пугаешь. Ты зловещ. Когда вращаешь в бешенстве глазами, и как я нечиста перед тобой, мне страшно. О грехах своих подумай. Единственный мой грех — любовь к тебе. За это ты умрешь. Бесчеловечно оплачивать убийством за любовь. Что ты кусаешь губы в исступлении. Недобрый знак. Но я его отнести к себе никак, никак не в состоянии. Молчи. Молчу. Молчи еще. Еще. Еще молчу, ну что произошло? Перебор. Перебороть себя мне трудно, Дездемона. Ты подарила Кассио на память подарок мой. Платок. Неправда, нет, спроси у Кассио. Души клянусь спасением, что нет. Опомнись, берегись, не будь клятва преступницею. Это твой смертный одр. Увы, как всякий одр когда-нибудь. Нет, ты умрешь сегодня себе. Сейчас же исповедуй все грехи. Не отрицай их, это не поможет. Я знаю все. Хоть это свыше сил, но ты умрешь. Господи! Помилуй! Аминь, скажу всем сердцем! Пожалей ты! Я в жизни пред тобой не привинилась. И Кассио питала только то... что чувствует нас заповеди учит. Я видел сам платок в его руках. Меня обман твой превращает в камень. А эту искупительную смерть в закоренелой грешнице убийства. Да
Тогда он ее нашел. Когда такому я в жизни давала, спроси у кассы, он подтвердит. Он подтвердил. Что он сказал? Что был с тобой сношение. Как, незаконно? Да, незаконно. Не может быть, он подтвердить не сможет. Да, не сможет. Он смолк навек. Труд этот на себя взял честный Яго. Боже мой! Оправдались страхи. Я чувствовала Кассию убить. Ему б не помогло, когда бы жизни в нем было больше, чем волос на голове. Беда. Он ложно оклеветан. Я погибла. Распутница! Как смеешь ты при мне рыдать о нем? Сошли меня в изгнание, жить оставь. Обманщица, умри. Дай эту ночь прожить, отсрочь на сутки. Сопротивляться? Хоть полчаса. Поздно, решено. Дай помолиться. Поздно чересчур. Отелло душит Дездемону. Дорогие радиослушатели, завтра вы услышите главу нового романа Джеймса Чейза «Убить, закопать и надпись написать». Ну, знаете! Играйте, играйте, играйте! Хорошо! Еще один хит. Я с удовольствием для вас его спою. Номер исполняется без фонограммы, без плюсовки, без минусовки, вживую. Ехал брат к сестре на вороном коне, сестру повядать, денежку занять. Подъехал, что было пора, там сестра открыла дверь, брат, что тебе надо? А то, говорит, денежку занять, до зарплаты никак не дотянуть. Сестра говорит, сейчас как собак спущу по городу, тебе шанай будешь знать, как денежку под вечер занимать. Обиделся, братан, поехал к своему двоюродному брату денежку занять. Подъезжает к воротам братана, тот открыл дверь, спрашивает, что тебе надо? Тот говорит, денежку занять, до зарплаты никак не дотянуть. Братан говорит, сейчас катись бердан и польну алкоголик, тебе шанай будешь знать, как денежку под вечер занимать. Обиделся братан, поехал к своему другу, с которым в школе, в университете учился, но не закончил. Подъезжает, говорит, слушай, дружбан, йо, дай немножко зеленых, до зарплаты никак не дотянуть, жена души. А тот говорит, а я хотел бы локтя для поехать, и самого денег нет. Обиделся, братан, домой приехал, горилки выпил, луком заел, утром встал, бушка болит из рта, вонят, и денег нет. На сцене конно-морская авиация поздравляет первый с десятилетием. На сцене депутаты Балтики. Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят. Виртуозы Невы, виртуозы Москвы, реки. Не понял. Песня с турбопереводом. Турбопереводчик, шеф-повар Гарик. Тональность балтийцев ля. One, two, one, two, ля, па. Ух ты! Мы вышли из бухты, а впереди наш друг океан. Наши девочки запрятали рученьки в муфты и ждут нас на берегу. А где-то в Крыму девочка в розовом сарафане, и мама ее не
не отпускала гулять. Но мы просили, отпусти, мама, дочку с нами. Ведь мы подводники, мы силачи. Ах ты, мы вышли из шахты, что под номером 8/3 2905, Гарик, 05. Здесь игры в пинг-понг и бухты, ебухты, барахты. А настоящий подводник думает о кораблях. Нормально переводи. А где-то в Крыму девочка в розовом сарафане, и мама ее не отпускала гулять. Но мы просили, отпусти, мама, дочку с нами. Ведь мы подводники, мы силачи. Ох ты, и если не лох ты, ты поймешь, что подводник без лодки, что краб без воды. Мы 7 дней без воды, но в натуре морские мы волки. И домой так охота, что с кунцем подводным скули. Огловля, в кубрик, не есть, а пить и закусывать. Скунс — это американский хорек, по-нашему морской еж. Где-то в Крыму девочка в розовом сарафане, и мама ее не отпускала гулять. Но мы просили, отпусти, мама, дочку. И дочь ее на корабле. Гарик, надай. Оглобля, соло. Соло. Трави, трави.